У нас сегодня Dead Bunker 2 HD. Да, старая игра. Не спорю. Получил я ее бесплатно тоже давно. Но руки просто не доходили. Такое чувство, что я как бы я рукожопой. Хотя так и есть. Ой, господи. Я заболел. Как-то. Сейчас в школу пойду, конечно, но ладно, это хер с этим. Мне напоминает какую-нибудь Аслу, там это где монстры всякие были. Слендер, помните Джека еще? Фу. Вот так ходить очень страшно. Главное. Блин, почему фонарь освещает, ну, меньше, чем на метр? Я чувствую, что тут есть монстр, да. По-моему, я ее снимал. Ну, как бы они бессмертные, да? Соображайте, да? Дайте у него высветить. Как мне в него выстрелить? Алло. What the fuck? Уйди! Да схерали. Бежим так. Кого-то мы под каким-то... А теперь будет Азимут 3 топора. Мы, сука, палим города. А вот это выглядит достаточно жутко. Размытая текстура монса. Надо свалить отсюда. Твою мать, огонь. Ну, бери ее. Как ее взять? Не просто так... Нам придется сюда идти, наверное. Ни хрена ты баклажан. А мама я не выжил в мертвом бункере. Чекпоинт. What the fuck? Только так можно видеть в моих мочах. Вот это я. Вот этот монстр очень многих игр используется. Даже Эвекин, который мне перестал работать. У меня один патрон. Как бы мне хана. Я ничего не сделала. Почему я сделала против этого БТРа? Хотя он что-то смог сделать. У нас патронов, вы издеваетесь. Посрать на него. Против этого ничего не сделал, смотрите, ну, вот вы серьезно, да? Видите? Ничего не сделал, против него вообще. Чекпоинт. Вы серьезно? С чекпоинта начинаете играть? Буду бежать под полом.
Нет, давай, давай, мы сможем, мы сможем, мы сможем. Ну ладно, всем пока. Вот такая есть игра все-таки. Она прикольная, но довольно, грубо говоря, сложная. Ладно, на этом я заканчиваю. Заканчиваю разговор. Тьфу. Короче, всем пока.